Играю по 3 плюс 2 с гроссмейстером из России. Это Дмитрий Фролианов. У нас славянская защита. Уже сыграли с ним несколько партий до этого момента. Счет 2-1 в его пользу. Одна победа и две ничьи у соперника. Но сыграю челябинский вариант. Вариант Чебаненко, вернее. Так, Е3 ходит. Ну, тут я думаю, что я могу пойти Е6. С идеей слона вывести на b4. Так и делаю. Дальше конь d7. Ферзь на e7, рокировка. И буду проводить e5 в планах. Можно пробовать сейчас, можно пробовать сначала забрать. И вот только потом e5. Да, подрываю центр. В принципе, известная теоретическая позиция. Конь g5 здесь часто ходится. Я сам играю белыми, помню, так ходил. И переводил потом коня на e4. Но соперник бьет. Не боится портить пешеную структуру себе. Теперь у него два островка. Нужно об этом помнить. Я забираю. Интересно, кстати, почему он принял такое решение. Сейчас, наверное, узнаем. Но, видимо, будет делать ставку на движение пешек Е и Ф. Есть тоже такой стратегический прием. Часто эти пешки могут оказать серьезное давление на позицию черных. Но я попробую своего коня, возможно, на c5 перевести. Хороший форпост. Но пока что пешка под боем, так что нужно сделать профилактический ход один. И вот теперь я думаю, что можно уже переводить коня. Так, e4. Кстати, на конь c5 есть конь d5. Вот такой неприятный скачок. Можно пробовать забрать. Но вот оставлять, точнее, соперника с двумя слонами не очень хочется тоже. Давайте попробуем А5 сыграть. Чтобы конь d5 уже не было страшно для меня. И теперь конь идет на c5. Ну, хороший план провел соперник. Возможно, у него здесь перевес. Хотя изначально мне позиция моя нравилась. Сейчас уже так себе. Да, вот ход f5 сильный. Все-таки эти пешки дают о себе знать. Сильно позиционно играет Дмитрий. Хотя может пробовать здесь f6. Может быть, какая-то резкая защита найдется. Резкое опровержение всех этих накатов. Хотя не уверен. Все-таки ослабляю позицию своего короля. Но вот пока что завис слон. То есть белым нужно решить проблему со слоном в данный момент. Так, слон ушел. А могу ли я просто взять? Наверное, у меня другого выбора просто нету здесь. Так, слон f4. А если e4 продвинуть? Надо, видимо. Других вариантов просто не вижу. С идеей взять на f5 пешку. Кстати, в данный момент у меня даже одна лишняя. Есть план залезть конем на d3. Так что здесь, я думаю, еще впереди полно игры. Хотя в какой-то момент мне казалось, что вот-вот у меня станет проигранная позиция после наката этих пешек. Но, наверное, ход f6 я сделал точный. Раз так получилось, здесь-то не так просто белым реализовывать преимущество, если оно даже есть. Так, слон пошел на e3. Теперь уже мне очень нравится лазейка коня на d3. Классное поле. Может быть, еще ферзя централизую. Неплохая динамика налаживается. Так, ладья пошла на d1. А если ферзь e5, конь e4? Ферзь e4, там, наверное, могу забрать на f5 в вариантах. Или не могу. Давайте посчитаем конкретно.
Ферзь e5, конь e4, ферзь e4, допустим, ладья d3. Что мы там имеем? Слон f5, слон f5, ладья f5, ладья d8, ладья d8, ферзь e4, ладья f1, слон g1, в общем, лютый вариант, и после слон c5 я выигрываю. Не знаю, кто что понял или нет, но я играю ферзь e5. Если получится, то будет классно. То я буду рад тому, как я посчитал варианты. Но вот соперник берет ферзем на d3, это совсем, конечно, другое дело, к сожалению. Потому что здесь я уже слон f5 играть не могу. Он сыграл правильно. Но зато я могу попробовать сыграть вот так. За счет такого тактического ресурса развиваю последнюю фигуру. Хочу взять на c4. Или разменять слона путем слона f7. Кстати, не так просто защитить пешку c4 на самом деле. Ладья c1 нельзя из-за слона f5, но ладья d4 нужно считаться ходами слон c5. Так, ладья пошла на f4. Есть ли у меня что-то тут интересненькое? Ну, видимо, слон f7 играть все-таки нужно. Может быть, потом ладья e8. Не буду торопиться со взятием, потому что будет сильная пешка, которая будет создавать постоянно мне матовые угрозы. Не хочу спешить с этим взятием. Если заставят, ну, наверное, придется. Вот правильно играет, заставляет, конечно. Но, с другой стороны, у меня есть какой-то такой промежуток. Мне кажется, имеет смысл. Почему бы бесплатно не подключить одну ладью в игру? На слон g1, видимо, ладья e1 еще могу сыграть. Идея слон c5, там тоже интересные варианты. Так, он бьет все-таки. Ладно, я тоже бью. Так, а что у нас здесь получается? Никак я тут его отловить не могу. Ну, видимо, ладья e7 должен уже. Переход в такой эндшпиль, похожий на ничейный очень сильно. Захватываю линию D обязательно. Наверное, уже нужно играть B5. Избавляться от отсталой пешки. Может быть, создам проходную, если повезет. Вот тут аж... Нет, H5, наверное, нет. Сыграю все-таки. Хочу короля вот так пропустить, чтобы избавиться от матовых сеток, которые могут возникнуть в будущем. Слон F6. Король h6 играю. И, наверное, даже могу h4 попробовать. Ну, постараюсь, может быть, переиграть соперника в этом окончании. Хотя, конечно, тут объективно это ничья. Но мало ли, все-таки бывают чудеса. Слон f6 отхожу. Залазил ладью на d2. Вроде мат сразу не получаю тут. Так, а если забрать просто пешку, разве не могу это сделать? По-моему, просто забрал. Так, ну эту позицию я уже точно не проигрываю. А вот эндшпиль с разноцветом мы еще немножко подвигаем. Куда поставить слона? Какие тут есть интересные маневры? Ну, давайте пока что поставлю на c3. Потом на e1, чтобы он не мешался, не попадал под темпы. Так, и сыграю король f6 с идеей g6. Не дает соперник, правильно делает. Ну да, видимо, это все-таки ничья. В разнопольниках одной пешки зачастую бывает недостаточно для победы, и здесь, наверное, тому подтверждение. Ну, попытаюсь еще пару ловушек поставить сопернику в виде ходов g6, но сомневаюсь, конечно, что это пройдет.
Да, слон d7, все видит Дмитрий, поэтому логично предложить просто-напросто ничью. Достаточно содержательная партия, кстати говоря. Спасибо за игру.